Пишем стоп. Сегодня я хочу вас познакомить с телевизионной кухней. Многим кажется, что она сильно отличается от тех кухонь, которые принадлежат компаниям, которые не делают новости. На самом деле, все довольно стандартно. Хотя, по мнению наших коллег-журналистов, на АТВ одна из самых больших и уютен кухонь в республике. У нас все так же есть посуда, которую оставляют после себя. Цветок Жора, который неизвестно какими путями тут пытается выживать. Классная микроволновка, причем это уже четвертая или пятая микроволновка в жизни нашей редакции. Долго они у нас почему-то не задерживаются. Царь-холодильник, который хранит наши запасы, домашние салатики, коллекционные контейнеры. Вот тут вот даже есть блинчики, неизвестно сколько им. Сосиска в тесте. Как и на любую другую кухню, нам иногда привозят мебель. Вот сидит сборщик мебели. Также у нас на кухне есть охрененные мягонькие диваны. Классные, уютные, удобные. Шахматы. Даже больше это, скорее всего, не шахматы, а нардо-шахматы. Потому что выглядят они так, как будто... О, The Godfather. Выглядят они так, как будто сделаны в местах не столь отдаленных. Как и когда появились эти шахматы на АТВ, никто не знает, но в них часто играют. Ну а самое главное, к нам на кухню иногда заходят люди интересные, и они создают атмосферу. Чуете? Чуете, какая атмосфера? Эту атмосферу создают люди, которые приходят на кухню и за рюмкой чая или под хруст французской булки обсуждают новости прошедших нескольких дней. А вам сколько пост? А ему сколько? Четыре. Ну это трэш будет, как бы, в таком составе. Просто не гостей. Не, ну будут гости, как бы, ну, люди обычно проходят мимо, мы как-то оп, давай. Пустите меня, пожалуйста. Наше мнение ни с чем не совпадает. А что сам или помочь? Мы вообще не уверены, что он нас выпустит куда-то. После этого. Куда-либо. Наверное, я вел себя как придурок. Все придурки. Ты. Я. Вот придурок. Мы всех найдем и выведем. Это же про них программа. Да. Нам напишет письмо какой-нибудь зритель, там, допустим, да, там, уважаемый человек. Насколько старый человек, письмо ему до сих пор. Растопи мое сердце, приезжай, я живу вот по адресу такому-то. Я, конечно, я тогда, да. Ну что, мы пенсию урежем? Нет. Что происходит? Собрание столь почтенной публики, гуру в своих областях, мы решили назвать кухонным хуралом. Соображать на троих они собираются начать сразу после Нового года, поэтому следите за эфиром.